Всем привет, дорогие подписчики, зрители, гости. Сегодня была на рынке. Хочу сделать обзор покупок. Такой кусок говядины. Продавали по 600 рублей за килограмм. Она мне вроде бы 580 посчитала. Тут 3 с лишним килограмма. Короче, этот кусок у меня вышел на 1800 там, с копейками. Такой неплохой мясной кусочек. Вот тут чуть ребрышек. Все, все мясо. Хорошенький. Взяла помидор и хрен. Это я буду делать аджику. Хрен не стала толстый брать, его очень тяжело тереть потом или перекручивать, потоньше он получше. Это будем аджику сегодня делать. И дыньку колхозницу взяла. Такая дынька на 110 рублей мне вышла. Дальше заехали мы с мужем в Победу. Купили вот кочан капусты, обошелся на 21,09. Что-то он по 11 рублей, по-моему, да, 11,12. Картошка очень хорошая, кстати. По-моему, по 19 с чем-то. 19,90. Ну, тоже что-то недорого. На 50, да, 19,90. 2,800 на 55. Что-то на 56 рублей. Нектаринки взяли, вот на 63 рубля, такие хорошенькие. У меня очень любит протяжевские сардельки с премиум. Иногда и сами можно съесть, они здесь неплохие. Еще нам очень нравится сельчесон. Тут муж уже отрезал себе кусок. Производитель Дубки. Сельчесон такой вот, очень вкусный, бесподобный. И стоит он что-то, чек у меня в сумке, 169, что ли, рублей. Где-то так, порядка 170 рублей. Ну, это хозяйство закончилось. Пригодится. Лаврушечку взяла. Сейчас закрутки идут или там еду закончилось. Масло вот такое вот, 109 рублей литр. Затем сегодня на ужин такой вот салатик из морской капусты с корейской морковкой. Тут по мелочевочке что-то я понабрала. Что это такое? Чеснок сушеный, 2 пачки. Аськины. Аськи тоже 3 разные, по-моему, да, педигри, чаппи. 3 разные взяла. Она плохо их ест, но иногда взяла вот такой кисель. Клубничный, земляничный. И бруснику. Лучок. Зеленушечка. Вот мои пришли с гулянки. Аська, иди ноги мыть скорей. Иди мой ноги. Зачем пришла в кухню? Ну, вот такой вот обзор. А еще сахар взяла. 4 килограмма. Сахар вышел. Вообще 65 он там с чем-то был. Ну, дешевле даже, чем в Магните. А если берешь меньше 10, ну, мы 4 взяли, так как сейчас закрутки. Уходит сахара много. По 63 рубля получился пакет, килограмм сахара. Достаточно выгодная цена. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Всем пока. Здоровья и мирного неба. Пока-пока.